Ирочка, ты давно в футбол играешь? Да. На сколько лет? Занимаюсь. Как бы с первого класса занимаюсь, но так, чтобы серьезно. Вы сегодня начали не очень уверенно матч. Что вам помешало сыграть в пас? Роса, наверное, на траве. А, скользкое поле? Да, очень скользкое. А в конце все начало получаться? Мы уже разыгрелись. То есть вы можете играть гораздо лучше? Ну, конечно. Покажете во втором тайме матче? Стараемся. Ну все, удачи вам, спасибо. Так. Оля, последняя атака началась с твоего красивого дриблинга. Кто тебя научил так мотаться? Сама. Как сама? А тренер? Сами строили. Люда, как давно ты стоишь на воротах за мальчика? Первого класса. Все время за мальчика стоишь? Да. Да, молодец. Как тебе сегодня удалось отбить такой пенальти сложный в угол? Не знаю. Ну ты гадала или по мячу прыгала? По мячу. То есть после удара ты прыгнула? Да. Хватило реакции? Гоца? Да. А фамилия? Дракши. Гоца Дракши. Мне 12 лет. Учу в школе Петрославль. Живу в Петрославле. Молодец. Когда футбол стал заниматься футболом? 2 года назад. 9 лет. А кто поставил нападение? Сам решил или? А он не Татар Великолеп. Да? Да, он сумасшедший. Это мой брат, он самый лучший, и он мой кумир. Ну сегодня он принес победу в Петрославле. Да, так, отлично. 4 гола забил. Из 6 возможностей. Хороший, молодец. Хороший брат. Как называется 4 гола в одном матче, знаешь? Покер. Молодец. Поздравляю тебя с чем? С покером. Браво.